Вот там, да? Окей. Коробки здесь, отсюда беру, так показываю, рассказываю, ставлю сюда. Окей? Поехали! Приветствую вас, мои дорогие друзья, с вами Лилия Донскова, и сегодня у нас обзор первого заказа из 8-го каталога компании Oriflame. У меня полные две коробки, наверное, наполовину это подарки, наполовину это продукция. Заказ я делала долго. Сначала были какие-то неполадки на сайте, я не могла взять продукт с 50% скидкой. Потом я вспомнила, что мне еще кое-что нужно. Потом еще. И так продолжалось до бесконечности, я уже сбилась со счета, на какое количество баллов здесь продукции. Ну, так я вам все буду показывать постепенно. Итак, начинаем с каталогов. Я их выну, чтобы освободить место. Как видите, у меня огромное количество каталогов, номер 9. Ой, как много, это здорово, потому что я решила выйти из тени и наконец-то начать раздавать каталоги. Тем более, что это летние, потрясающие, красиво оформленные, с нужными продуктами, и уже клиенты все по мне соскучились, поэтому я пойду раздавать каталоги. А вы не сидели дома или сидели? Ну, посмотрим, что из этого получится. Так, прислали какую-то брошюру «Бизнес и красота». Вы, наверное, уже в курсе про подарки. Будете участвовать в акции, где нужно собирать спонсорские баллы? Я замахнулась на робот-пылесос, но там нужно 2000 баллов. Ну, попробую, вдруг получится, будет очень круто. Так, потом покажу в самом конце то, что я взяла себе с 50% скидкой, и буду по порядку показывать все, что есть. Две коробки Wellness Pack женские, себе и дочке, потому что витаминки мы пьем не прерываясь. Если вы задаете такой вопрос, а вы что, пьете их постоянно? Да, мы их пьем постоянно, потому что витамины нужны организму каждый день, они не накапливаются там, потому что если вы, например, съели 2 килограмма апельсинов, то завтра их уже не будет, организму опять требуется витамин С, и так со всеми продуктами. Так, это под заказ. Тональная основа Aqua Boost, кстати, клиентка берет ее постоянно, я так переживаю, что ее снимут с продажи, пусть бы она осталась, потому что я сама люблю эту тональную основу. Кстати, она у меня сейчас на лице, я не знаю, какой у меня оттенок, я не помню, но клиентка взяла натуральный беж, ну как раз под загар. Так, это тоже под заказ, натуральный беж, тональная основа Giordani Gold, антивозрастная с SPF 8, тоже постоянная клиентка берет. Я, кстати, когда села делать заказ, я сразу начала обзванивать своих клиенток, я листала каталог, видела, так, ага, тональную основу любит Леночка, это любит Оксаночка, это у меня любит Александра, это, и я их всех обзвонила, говорю, ой, ваш любимый продукт, и у меня вот таким образом быстро-быстро сформировался такой достаточно большой заказ. Так, взяла омегу-3 маме. Мы пока пьем Wellness Pack, и как бы хватает. Конечно, хочется пить больше витамин, но это все-таки и денег стоит таких приличных. Поэтому маме взяла, ей это нужно. Врач прописал обязательно пить омегу-3. Вот она у меня пьет. Я ее сначала долго приучала. Звонила, мам, ты выпила? Она такая, ой, забыла. И потом мы просто договорились, что она ставит прям себе на место, где она кушает, и не убирает их, и вот она у меня стала их пить постоянно. Ну и, кстати, отзыв хороший, она говорит, реально голова перестала меньше, ну стала меньше болеть, чуть-чуть бывает болит, все равно 72 что ли года маме, даже забыла, вот, но результат очень хороший. У нее, кстати, кожа стала лучше, вот что я заметила, а кожа прям разгладилась, и она говорит, слушай, а кожа такая мягенькая стала. Я говорю, омега, все работает в комплексе. Себе заказала пудру Giordani Gold. Обратите внимание, это лучшая пудра, которую, я не знаю, выпускала Oriflame. Может быть, в мире, конечно, есть лучше, но эта пудра нереально крутая. И я ее вижу первый раз с такой большой скидкой. Я вам ее даже покажу, потому что пудру все равно себе оставлю. Как я не люблю открывать эти коробочки. Здесь можно. Ага, вот открыла. Вот такая банка, как мы привыкли, пудра, ну вообще продукция Giordani, черная с золотом, и пудры здесь много, сейчас скажу, сколько грамм, 10 грамм, ее хватает очень надолго, и мне нравится ее внутреннее убранство. Вот смотрите, здесь есть кисть, и с одной стороны, то есть с одной стороны лежит кисточка в удобном отсеке, а с другой стороны есть вот так заклеенные пленочкой дырочки. Так вот, что я делаю, я пленочку эту отдираю и переклеиваю, то есть я не все дырочки освобождаю, а я оставляю себе там пяточек, ну, открытых, остальные я опять заклеиваю аккуратненько. И когда я потом переворачиваю, кстати, здесь вот
удобно то, что есть закрывашка, то есть можно закрывать эти дырочки, да, можно частично, но я все равно заклеиваю не всю, то есть расклеиваю не всю. Все равно удобно то, что повернули, часть дырочек открыли, в крышечку высыпали, кисточкой взяли сколько нужно. Вот пудра, конечно, очень здорово все и оформлено, и по качеству она обалденная. Так, оставляем пудру. Что здесь еще? А, мне пришел набор в подарок, хотелось бы его весь собрать. Наверное, вы тоже выполняли акцию Париж, и там две маски, крема для рук, потом где еще у меня здесь, два геля, крем для ног, наверное, все в этом наборе, может быть, еще что-то будет. Я взяла парижский набор, потому что мне очень нравится эта комплектация, особенно вот эти штуки, нереально крутые крема для рук. Я себе их брала из каталога, когда они были по акциям, и я их очень много дарила, у меня их заказывали. Каждая девушка, которой я показывала эту коробочку, она сразу говорили: хочу. Хотя перед этим говорили: ой, вроде все взяла, ничего не надо, а крем для рук? Не-не-не, крема полно, а такое надо? И такие, знаете, глаза: что это? Ну и все, открывают эти тюбики, и все, сразу всем все надо. Я их очень много продала, когда только началась эта акция с ними. Крема для ног с яблоко и мята, мне заказали две штуки, говорят, очень классные крема, но они с охлаждающим эффектом, поэтому обращайте внимание, если вы хотите ноги охладить, то значит надо охлаждать. Так, вот сколько у меня этих кремов заказали, не помню, по-моему, три. Ага, вот смотрите, три крема с тыквой под заказ и еще один в подарок, и два крема в этом каталоге очень актуальные, потому что началась жара, ноги на виду, потому что босоножки, шлепки, все время как больше ухода за ногами, больше их отмывать приходится, потому что они больше пылятся, и соответственно они сохнут, больше мазать кремом, поэтому вот крема в этот раз очень много заказали. Так, взяла себе средство с SPF 30, к сожалению, меньше нет, потому что мне так много бы не хотелось, но я думаю, лучше пусть больше. Я вообще люблю SPF 15, прям мой любимый солнцезащитный фактор, вот я с ним загораю, у меня ложится ровненький мягкий загар. Я просто посмотрела, какой у меня большой расход теперь на свой двор, я могу выйти позагорать в любой момент, поэтому я посмотрела, что я просто за несколько раз вымазала полный тюбик, который у меня был с прошлого года, хотя у меня еще есть один целый. Я думаю, надо пополнить запасы, пусть будет, а то вдруг вы все разберете, потому что сейчас начнется отдых, куда-то все-таки, да, вылазки начнутся, поездки, и все закончится. Так, это моя подруга заказала крем на веч с SPF 50, берет она его, кстати, уже не первый раз, каждый сезон она 1-2 берет, в прошлом году, в позапрошлом, когда они появились, она их сразу начала заказывать, потому что ей совершенно нельзя загорать. Ну и вот ее отзыв, то что этот крем ей очень нравится. Здесь 30 миллилитров, это тюбик, не буду открывать, все-таки это под заказ, неудобно, тюбик, удобно, открыли крышечку, выдавили немножечко, и все. Самое главное, высокий солнцезащитный фактор не так уж и часто встречается в кремах дневных, а многим он действительно просто необходим. Смотрите, что я еще заказала, это под заказ, пружинка, эпилятор. Этот заказ поступил с Instagram, когда я выложила сториз, где показываю, как я это делаю, и я там первое впечатление прям записала, где мне реально было прям больно, и девочка пишет, что правда так больно. Я такая: правда, ты что думаешь, я вру? Она такая: закажи мне. Я говорю: мазохистка. Она такая: ну есть немножко. Ну чуть-чуть поугарали, вот и появился заказ. Поэтому сторис в Instagram выкладывайте, люди смотрят. Вот, вот что я заказала, из-за чего пришлось возвращаться в корзину, добирать еще. Я заказала наборы пробников на веч. Смотрите, как они круто оформлены. 5 наборов взяла. И всего, по-моему, 45 рублей или 55, я точно не помню. Ну, копейки, реально копейки. То есть такой конвертик. Смотрите, как это респектабельно выглядит, какой-то классный подарок, всего по цене кусочка мыла. 5 пробников, то есть полный комплекс на веч очищения,
Сыворотка, крем для глаз, день-ночь крем. 5 пробников, то есть клиентка попробует, эффект увидит сразу. Главное правильно проинструктировать, прям 10 раз проговорить, что, зачем и почему и как это делать. Увидит сразу результат и сразу закажет. Вот увидите, ну не все, но многие люди после того, как попробуют, они заказывают, потому что, например, если вы подарите один пробник, например, крема дневного, девушка может не понять, насколько он крутой, потому что, ну, как бы крем и крем, да, классный. А если вы даете комплекс, и вы понимаете, что комплекс, он и называется комплекс, потому что они друг с друга дополняют все эти средства, и если вы их используете все вместе, то эффективность ухода увеличивается в 7 раз. Ну, сами подумайте, один крем брать или всю серию? Конечно, всю серию. Так, я тут все от вас прячу один продукт, но потом покажу. Заказала еще один пребиотик. Вы знаете, начала пить, но пью так вот. День пью, неделю не пью, 2 дня подряд пью, потом опять неделю не пью. И значит, у нас есть в чате в моем командном девушка-эксперт. У нас есть на самом деле несколько очень таких вот продвинутых девочек, которые хорошо разбираются в продукции. Если они что-то пишут, то порой для меня просто куча открытий. И вот когда Светочка написала результаты после применения одной баночки пребиотика, то есть она у нас прям эксперт. Если она говорит хорошо, значит это хорошо. Если она говорит плохо, значит плохо, потому что она настолько вот щепетильно, внимательно изучает всегда составы, все тестирует, все это настолько вот, ну прям вот качественно к этому относится, вот, и можно ей доверять. Когда она написала, что после того, как она начала пить пребиотик, она увидела, что витамины, то есть она еще отдельно пьет Wellness Pack, что витамины начали усваиваться в разы лучше. Она говорит, я это сразу прям увидела, ногти стали меняться, кожа другая стала, волосы. И я такая, она и все работает, то есть у нее проблемы с ЖКТТ, да, ЖКТ, вот. И когда она все это написала, я думаю, балда, почему я не пью каждый день? И вот у меня там чуть-чуть баночки прям осталось, я допила и сразу заказала новую баночку, теперь я буду пить каждый день. Вот так вот на нас влияют другие люди, которым мы, да, относимся как к авторитетным людям. Вот надо таких слушать, и пусть они говорят. Так, ну по акции понятно, нутрикомплекс, да, все увидели, что у нас неделя с wellness, где мы можем взять какие-то продукты wellness немножко подешевле, и это очень здорово. Так, это под заказ помада, та самая королевский янтарь, антивозрастная, которая невероятно мне нравится, Master Creation она называется, по-моему. Потрясающий дизайн, я не буду открывать, потому что когда уже откроешь, надо чтобы начал человек пользоваться. Это под заказ. Клиентка увидела на мне эту помаду и сразу очаровалась. Что у тебя на губах? Ну, я сразу показала, как обычно, рассказала все, заказ. Очень красивый оттенок. Так, тут я вам пока не хочу показывать. Нет, покажу. Мне прислали как официальному консультанту, Oriflame, обозревателю, официальному обозревателю. Вот, правильно сказала. Мне прислали несколько продуктов на обзор. Я запишу потом отдельное видео, но сейчас мы с вами посмотрим детскую серию. Мне прислали 2 продукта из детской серии. Это масло. Кстати, я так хотела его попробовать. Слушайте, дизайн, сразу говорю, отпад. Вот просто, вот приятно взять руки. Это настолько стильно и хорошо, так вот прям вау, хорошо. Сразу видно, что это дорого, ну не дешевка какая-то, да, там, а вот прям вот хорошо смотрится, прям супер такая бутылочка. Открываем маслице, нюхаем. Такой тоненький какой-то аромат, сейчас капельку капну. Ага, маслице, просто хочу и консистенцию посмотреть у него. Масло масляное. Что-то такое нежненькое. Никаких вот я не чувствую там супер духов, ароматов. Что-то знакомое такое прям. Мягенькое, нежненькое. Знаете, вот как детки пахнут, такие они вкусненькие. Такие они прям все молочные. Очень вкусно пахнет. И быстро прям впитывается,
Сейчас посмотрим, как он впитается. Сразу разница такая, рука с маслом такая сразу стала ровненькая, а где без масла сухая и кожица такая тонкая. Так, а вот этот продукт, бальзам, хочу быстрее посмотреть, как его открыть. Бальзам я хотела больше всего попробовать. Его может использовать как и мама, так и малыш, наносить на любые места, где нужно увлажнить, напитать, снять раздражение. На область вокруг глаз нельзя наносить. Вот такая вот маленькая баночка, тут картиночка, все как положено. Открываем, а тут все запечатано. Давайте пробовать. Очень важно, что все запечатано, это замечательно просто. Выглядит как крем, крем-масло, я бы так сказала. Ой, как десерт, он пружинит. Реально, он просто пружинит, как будто это какой-то крем. Так, куда его нанесем? Давайте вот на сухое местечко, сюда, где кутикула. Но точно так же я не чувствую какого-то сильного резкого аромата. Я им попользуюсь немножечко, чтобы записать потом уже видеообзор, свои ощущения, что и как у меня там отзовется в моем теле. Ой, какое оно приятное. Но оно совсем не похоже на смягчающее средство, вот как мы, да, привыкли. Слушайте, удивительные продукты. Классно, что у нас вышли серии для детей, потому что у многих, кто работает в компании Oriflame, у многих детки, и конечно же хочется покупать для них такую продукцию, которую мы доверяем и которая, ну, точно мы знаем, что Oriflame для нас делает все самое лучшее, чтобы это было безопасно на 100% и эффективно. Так, мне еще прислали аромат. Классно, давайте его открывать быстрее и дегустировать. Сейчас я его аккуратненько вскрою. Я так его хотела попробовать, но я решила, что я не буду заказывать ароматы, потому что у меня их так много, я же вам показывала. И тут открою корзину, а там лежит этот аромат. Я думаю, как классно, в подарок на обзор. Коробка очень красивая. Кстати, я вот люблю такие принты травянистые, экзотические, чтобы вот эти пальмовые ветви и так далее. Такой флакон нам уже знаком, это серия Friends Word for Her. Она, у нас уже был такой аромат, у него там в сердцевине персик, я его просто обожаю, у меня, кстати, там чуть-чуть осталось. Здесь же у нас основной аккорд — это гуава. Давайте я его в крышечку нанесу. Гуава, такой экзотический фрукт. Я сразу сказала, что он мне понравится. Я почему-то думала, что он будет слаще, а он такой легкий, даже с какой-то вот прохладой. Прям зелень чувствуется. Слушайте, этот аромат будет очень популярным. Ну, вы сами понимаете, что прежде чем вынести там 100% вердикт, будет ли этот аромат моей любовью или нет, мне нужно его немножечко поносить. Я вам обязательно об этом расскажу чуть попозже. Так, что у меня еще здесь? Один продукт я припрячу, покажу потом в конце, что я взяла себе со скидкой 50%. И еще мне прислали лак, новый гель-лак и закрепитель. Это настолько круто, что у нас появился свой гель-лак, который будет носиться 11 дней, но это заявлено в каталоге. Попробуем, как будет на самом деле. Буквально сегодня начну тестировать. И, кстати, одна зрительница написала рекомендацию, как протестировать, в каких вариантах. Я постараюсь именно так и сделать, потому что действительно интересно, как и с чем будет сочетаться, сколько носиться, если сделать так, или эдак. Так что я буду пробовать. Мне прислали красный оттенок, ну, закрепитель в черном флаконе, чтобы он не... Вообще его нужно прятать от солнышка, и он еще и защищен в черном флаконе. Это очень здорово. Кстати, очень удобная крышка. Я вот сейчас только заметила. Во-первых, он по объему 8 миллилитров, как и лак The One, а выглядит флакончик меньше за счет того, что меньше крышечка, и она по низу круглая, а сверху квадратная. И я прям сразу ощутила, что мне ее удобно держать, она не выскальзывает. Хочется уже быстрее попробовать, прям сил нет. Так, эту коробочку закрываем.
Так, что у меня здесь еще? Ой, сколько всего вкусного! Это я все себе беру, пополняю запасы. Сейчас вам сделаю рекламу медовой серии. Она в этом каталоге просто с бомбической скидкой и подойдет всем, у кого волосы окрашенные, склонны к сухости, ломкие. То есть надо их восстановить, напитать. А если волосы жирные, то не берите. Скорее всего, вам не понравится эта серия. А мне вот она очень нравится, поэтому я себе взяла вот такой вот запасец, сделала небольшой. Под заказ гель для душа. Я сейчас, кстати, таким пользуюсь, вернее, мы все им пользуемся. Как он вкусно пахнет, эти вот экзотические фрукты. Здесь ананасы, маракуйя, по-моему, маракуйя. Название фруктов столько много всяких. Это просто супер аромат. Взяла себе мочалку желтую. Я просто когда увидела этот цвет позитивный, думаю, возьму, я не знаю, ставлю себе или куда-нибудь на подарок, или ну, предложу, может быть. Кстати, смотрите, как классно смотрятся они вместе. Сюда еще просится прям кусочек мыла из этой же серии, и будет просто полная красота. Так, а вот как раз и мыло, три штуки. Смотрите, мыло Love Nature. Их нужно брать кратное 3, 3, 6, 9, 12, 15 и так далее, тогда они будут по более выгодной цене. Не ошибайтесь, берете 2, цена выше, берете 1, тоже цена высокая. Я взяла разные кусочки, по-моему, можете себе под заказ. Я честно говоря, уже не помню, потому что я заказ делала еще в воскресенье, сегодня пятница, у нас сместили поставки. А вот этот кусочек мыла я не помню, может быть, он в подарок идет к набору, я не помню, кто-то его заказал или оно по акции пришло. Заказала 2 тюбика зубной пасты, моя любимая, травяной комплекс, я ее просто обожаю. Тоже посмотрите в каталоге, на нее сейчас по акции хорошая скидка идет. Это под заказ крем для лица антивозрастной. Это не первый раз клиентка берет, значит, ей нравится. Она у меня до этого брала, пробовала еще тоже серии Optimus розовые для сухой кожи, и видите, вернулась опять к этому. Так, это тоже под заказ, тальк для тела. Кстати, такая классная штука, вот особенно если вот потеет кожа очень сильно или вы жару плохо переносите, надо после душа сразу нанести этот тальк на влажную кожу, дать ему впитаться, и вот ощущения будут совсем другие, то есть кожа будет дольше сухая, тальк забирает влагу на себя. Ну конечно, если потоотделение очень сильное, то ну, не сильный будет эффект, но все равно будет. Так, помада энергоблеск, скорее всего здесь энергоблеск, это тоже под заказ, не буду открывать, это все клиенты заказали. Так, туши, а туши 5, должно быть 6, я что, тушь потеряла? А вот она, я просто помню, что мне заказали 6 туши с эффектом накладных ресниц. У меня, кстати, многие клиентки эту тушь обожают, а она из каталога у нас уходит, там уже часики тикают. И когда клиентка мне заказала 2 штуки, я ей говорю, а вообще-то она последний раз в каталоге, ее больше не будет. Она прибавила еще 4, получилось 6 тушей под заказ, и положу их обратно. И вот такие 2 туши тоже заказала клиентка. Кстати, я тоже обожаю эту тушь, 5 в одном, XXL, она шикарная, эта тушь. А здесь целый мешок, это подарок. Была акция, когда надо было собирать спонсорские баллы, я часть баллов поменяла на деньги, а вот 100 баллов я взяла набор, и еще в прошлом каталоге за 200 баллов я брала себе сумочку, которую теперь ношу без скиду. Прислали средства для снятия макияжа, тушь 5 в одном, классно, тональная основа The One стойкая, адаптивная, и здесь какая-то помада, сейчас скажу какая. Самое интересное, я так люблю помада. Ой, это матовая, матовая, такая приятный такой цвет, не знаю какой код, сейчас скажу, 41 961. У меня такой, кстати, нет, но я даже знаю, кому ее предложу, и сначала попробую ее предложить клиентке. Все, остался самый главный, что я взяла себе со скидкой 50%. Наверняка вам всем это очень интересно, мне самой интересно, меня аж трясет, потому что я так переживала, что их все разберут, а я его хотела именно взять со скидкой 50%. Та-дам! Достаю! Боже мой, ткань какая классная! Догадались, что это?
Какой он огромный! Слушайте, это просто нереально крутая штука. Это тот самый платок, который меня впечатлили, вот эти цвета, сочетание вот этого голубой, он даже какой-то мятный оттенок, рыжий. Смотрите, как это красиво все выглядит. То есть можно с этим платком будет, мне кажется, так круто поиграть, а когда надоест его носить, из него можно будет сделать картину, огромную такую стильную анималистическую картину, просто в раму вставить под стекло. Представляете, как это будет красиво смотреться? Это просто будет выглядеть, мне кажется, на миллион долларов, и можно так всем будет и говорить, что рисовал какой-то вообще супер модный художник. Я, например. Все, спасибо вам огромное за внимание. Пишите тоже в комментариях, что вы себе заказали вот из новинок, что уже попробовали, потому что я знаю, что многие уже получили заказы вперед меня. Рассказывайте, делитесь впечатлением, потому что комментарии люди читают и, ну, как бы тоже впечатляются, надо заказывать продукцию или не надо. А я с вами прощаюсь на этой позитивной ноте и с наилучшими пожеланиями, чтобы восьмой каталог был очень крутой. До новых встреч! С вами была Лилия Донского. Пока-пока!